ежегодно в своем послании глава Чувашии обозначает ветер развития региона по всем направлениям деятельности, ну, в том числе для строительных комплексов. Несмотря на объективные обстоятельства, сильные трудности в экономике, изменения законодательства сферы, отрасли, сферы долевого строительства, строительство ваше взяли хороший темп. В принципе, у нас все планы сегодня как по этому году перевыполнены. Ну, строители Чувашии успешно справляются с поставленными задачами. Сегодня поставлена перед нами задача, важная задача, это увеличение объема строительства жилья. Для этого работает Михаил Игнатьев в своем отметил, что жилье должно быть не только качественным, но и доступным. Для этого работают все эти социальные программы. Вот. У нас в республике внедряются новые формы решения жилищных вопросов. Например, вот, в республике работает, внедряется, применяется государственное арендное жилье с правом выкупа. Это позволяет намного улучшить условия жизни семей со средним достатком. Наверное, все.